кармахами төлеймін. А закончим. Жоқ, кім? Мен түсірем, неге түсірмей? Снимайсыз. Жоқ, мен түсірем. Жоқ, сендер неге мен жаңа ғана шықтым. Тұра тұр. Мен жаңа ғана шықтым, я, мен қызым едім, а мен қызым. Жоқ, мен бүгін баламның туған күні. Неге мен далаға шықпаймын? Жоқ, мен неге уберу? Я не буду убирать, не буду убирать. Давай, айт, маған, сен маған, бұл маған неге керек? Жоқ, мен өзімді қорғауым керек. Жоқ, мен шықтым үйден жаңа ғана. Сіздің есіміңіз кім? Сіз біріңізді айтыңыз, есіміңіз кім? Менің документім бар, сіз маған келтіріп қалай? Жоқ, сіз маған келтіріп, сіз менің документ неге сұрайсыз? Вам сказали, на профилактическую беседу вас ДВД приглашают. Айналайын, бармай, мен бүгін баламның туған күні. Кім, атың кім сенің? Баланың туған күні, сен намазың жүргізбей ба? Понимаем, телефон уберите вас. Жоқ, мен неге... Телефон уберите еще? Жоқ, сен мен қазы алып кетесің, сөзі мен бүгін қалай? Я с вами разговариваю. Сейчас хорошо, с начальством согласуем тогда. Давай, онда, айтында, мен үшін, мен бірақ мен үшін. Уберите, сейчас с начальством согласуем, трубку дадим, обговорите с вами все вопросы, хорошо? Айналай, атың кім сен? Руслан меня зовут. Руслан. Телефон еще раз уберите, говорю. Чё, мен... Никар Мухаткали, еще раз вам говорю, телефон уберите, тогда я тоже агрессивен буду. Уберите, пожалуйста. Я тоже агрессивен. Уберите телефон ваш, пожалуйста. Я с дочкой стою, нет, не надо. Смотрите, подождите. Не надо, давай, я, мен түсірем только. Повестка. Давай, повестканы түсірем, болды, сосын мен өшіреп. Хорошо. Аки, бер. Еще раз говорю, уберите вас. Жоқ, я уберу, дай мне это, потом я уберу. Дай, что мне дать, дайте мне, что там, повестка, да? Нет, давайте, я это сниму, все, потом уберу, я говорю, дайте мне повестку. Шумите вам, еще раз говорю. Нет, повестку дай мне. Не шумите, сейчас дадим. Нет, ты повестку мне сперва дай, потом я... Телефон уберите вас. Потом уберу я телефон. Повестку дай, что за повестка? Вам объяснили, для явки. Дай мне повестку, пожалуйста, потом я уберу. Еще раз говорю, не шумите. Уберу. Не шумите, еще нет, раз почему вы задерживаетесь? Сегодня у меня... Вас никто не задержит сейчас. Ну зачем вы? Сейчас. Уважаемый, с вами разговариваю, с вашей какая матерью. Разница, моя мама. Ознакомьтесь, с вами Никар Мухаткали. Вы, да? И повестка, и... Это вы? Уберите да. Телефон вам еще нет, раз я сниму. Я вам еще раз говорю. Я дам вам сфотографировать телефон, уберите, пожалуйста. Я вам дам сфотографировать. Я же за руки не буду вас дергать. Я понимаю, нормально реагируйте. Сейчас вам повестку вручим, телефон уберите ваш, еще раз вам говорю. Вы хотите ругаться или что? Я не хочу ругаться, мне проблемы не надо. Я выхожу по делам своим. У меня сегодня день рождения сына. Вот я с ней выхожу, я одна не выхожу никуда. Что это за проблема? Что за беспредел? Какой беспредел? Холодец, зачем стоишь? Вас зачем? Документами ознакомлю, вы стоите, шумите, на телефон снимаете. Почему я не смела? Постоянно вы так делаете со мной. Нет, это не один раз. Я вас первый раз вижу. Вам еще раз говорю. Вам предлагается явиться в департамент внутренних дел. Да не снимайте, нормально. Вручим вам повестку, да и все. Да. Я вам еще раз говорю. Повестку вручим, никто вас не будет заламывать. Понимаете, нет? С вами нормально разговариваю. Вы сразу телефон достаньте, снимайте. Для выяснения обстоятельств. Че, пасты, меня николай, везем до везем хургаем, а это сандарше. Я вас понимаю, Без дыгин. Сенің атың кім? Сіз свидетель ретінде өтіп атысыз. Неден свидетелмін мен? Неден? Неден жауап атысыңдар мені? Бізде мұны... Прочитайте. ДВК бойынша, сіз прекрасно өз білесіз. Қайдағы ДВК? Енді соны барып сіз жазу керек. Дочитайте, спокойно. Незарегистрированная организация ДВК, в отношении которой пишет закон силы сельского района суда. На основании вышеизложенного, на данный момент возникла необходимость проведения следствия действий в части
Шибаев, Гар, Михаил, 1977-1974 года рождения, да? Который не теряет отлагательство. То есть, время с 150 лет, как бы, чтобы не смог им пытаться постановил. Постановление. Предвидительно, то есть, что Шибаев, Гар, Михаил, Калинину, следственное управление, департамент внутренних дел города Астаны. Настоящее постановление, что они направят в управление Пошли. Волна? Ты говоришь? Так? Ну, она сейчас отказывается, мы ей объясняем с поручением, с постановлением, ознакомлением. А как ты функционный или, например, так? Құрметті қазақстандықтан мені бүгін мені алып кетейін деп жатады ДВД-ға. Кейінірек тағы да сіздерге қосымша шығам. Мына екі жігіт келіп тұр. Енді кешті. Отын мен кетіп қалыңыз, қайтесіз, кешіте ойдем. Олар жібермейді, қазір алып кетейін деп тұр. Енді кездескенше, қазір мен барып келейін ДВД-ға, содан кейін еғалам. Нет, пошлите. Енді көріскенше.